Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел традиционную церемонию вручения государственных наград. Почетных званий Карачаево-Черкесской республики удостоились почти три десятка человек, среди которых работники образования, здравоохранения, культуры, строительства, транспорта, социальной защиты, государственной и муниципальной службы. Подробности у Мурата Джанкезова. С приветственным словом к собравшимся обратился глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Он поблагодарил присутствующих за высокий профессионализм, преданность делу, а также за плодотворный и созидательный труд на благо республики. Сегодня мы видим последовательное, динамичное развитие Карачаева-Черкесской республики. Благодаря поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительства Российской Федерации реализуется ряд национальных и региональных проектов, федеральных программ, улучшается качество жизни наших граждан. В эти люди, благодаря которым развивается наша малая родина, улучшается качество жизни людей, и каждый из вас является достойным примером для подрастающего поколения. Карачаево-Черкесия всегда была и остается богата талантливыми и успешными людьми, которые достойны самых высоких наград. Я от всего сердца благодарю вас, уважаемые земляки, за упорный труд, за тот вклад, который вы вносите в развитие Карачаево-Черкесии и всей России. Рашид Тимрезов вручил награды и почетные грамоты жителям республики, которые трудятся в различных областях – образование, наука, культура, экономика, промышленность, муниципальная служба и так далее. Все они вносят свой бесценный вклад в развитие родного региона и всей страны. В театре танца, в филармонии. И еще преподаю предмет ДОУЛ в школе искусств номер один. Учу детей. И получил это звание народного. Спасибо, что оценили мой труд. Сегодня Карачаево-Черкесия – динамично развивающийся регион. Строятся новые объекты, благоустраиваются населенные пункты, укрепляются различные сферы жизни. Но все достижения были бы невозможны без личного вклада тех, кого сегодня отметили государственными наградами. Наша стезя – это творчество. Творчество, конечно, это украшение человеческого общества, потому что это часть культуры, которая выбирает себя. Все хорошее, все нужное, все ценное и в мыслях, и в чувствах. Поэтому же хочется сказать, что то доверие, которое нам оказали сегодня, наградили нас высшей наградой нашей республики, обязывает нас больше трудиться, стараться делать все лучше и лучше и двигаться вперед. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил присутствующих, а в их лице и всех жителей республики с наступающим Новым годом. Ну а праздничное настроение обеспечили артисты Государственной филармонии республики. Мурат Джанкезов, Вести Карачаева-Черкесия.